Всем привет! И сегодня у нас распаковка Volkswagen. Второй гольф от Норев. Ну что ж, достанем его. Рассмотрим детально наш гольф. Гольф GTI, двухдверный, это уже рестайлинг вроде получается, потому что у рестайлинга здесь была форточка отдельно. Имеется люк у нас даже. Так. Сейчас откроем ему все открывающиеся элементы. Детально рассмотрим салон и внутренности. Ух ты, как красиво реализован мотор. Детализация очень даже неплохая, ребятки. У Норев мне нравятся открывашки. Хорошо делают. Ну что ж, рассмотрим салон. Смотрите, поднимается полочка в багажнике даже. Очень круто. Салон очень красиво сделан. Цвета красивые. Торпеда очень реалистична. Детализация похвальная, ребятки. Не знаю, мне нравится очень, как делает Норев. Мотор, моторный отсек, двигатель. Красиво, красота. Сидушки. Сиденье Рекара. Красота. Вот такой вот второй гольф. Спасибо за просмотр. Ребятки, кто еще желает обзоры подробные на модели? У меня еще куча моделей. Пишите в комментарии. Я сниму подробно салон, покажу, что как сделано.